Еврокомиссия подала в суд на Венгрию в связи со спорным законом, который, как заявляют в Будапеште, необходим для защиты национального суверенитета, но который неправительственные организации осуждают как опасный инструмент для преследования оппозиции. В Брюсселе заявляют, что закон нарушает широкий спектр фундаментальных ценностей и правовых гарантий. Закон, одобренный в декабре при поддержке правящей партии, учреждает так называемое Управление по защите суверенитета для расследования деятельности лиц и организаций, подозреваемых в подрыве национального суверенитета и конституционной идентичности страны. Исполнительная власть ЕС пока не просит судей принять какие-либо временные меры, например, приостановить действие закона. Окончательное решение ожидается в ближайшие годы.